Лунный фильтр – один из самых первых аксессуаров, которые приобретают любители астрономии к своему телескопу. Данный фильтр представляет из себя нейтральное серое стекло, которое уменьшает поток света от нашего естественного спутника. Лунные фильтры различаются по коэффициенту пропускания. Бывают более темные фильтры и бывают более светлые фильтры. Если ваш телескоп имеет диаметр объектива больше 150 мм, мы рекомендуем вам купить фильтр более темный, соответственно, который пропускает меньше света. Если же диаметр телескопа вашего телескопа менее 10 см, мы рекомендуем купить менее темный фильтр. Данные фильтры называются окулярными, так как во время наблюдения они устанавливаются в окуляр телескопа. Берем окуляр, берем фильтр и вкручиваем фильтр с тыльной стороны окуляра, то есть с той стороны, с которой окуляр устанавливается в телескоп. По окончании наблюдения Луны не забудьте выкрутить лунный фильтр из окуляра, чтобы он не мешал наблюдениям объектов глубокого космоса. Лунные фильтры, как правило, поставляются в пластиковых коробках. И когда вы не проводите наблюдения, мы рекомендуем хранить фильтры именно в таких коробках, чтобы защитить их от пыли и грязи.